Ребята, скажите, пожалуйста, а какой праздник вот-вот будет наступить? Новый год! Новый год! А какие традиции Нового года вы знаете? Вы наряжаете елку! Ребята, я вам предлагаю сейчас поиграть в игру. Нарядить елку. Хотите? Но елку мы нарядим только в том случае, если мы правильно распределим игрушки. Посмотрите, у нас три круга. Желтый, красный и зеленый. В желтый круг пойдут игрушки все круглые. Какие игрушки пойдут в желтый круг? Все круглые. Все круглые. В красный круг пойдут игрушки желтого цвета. Ульяна, какие игрушки пойдут? Желтые игрушки. А в зеленый круг пойдут все звезды. Даня, в зеленый круг какие игрушки на новогодние? В зеленый круг идут все звезды. Хорошо. Ну, куда же пойдет эта игрушка, Саша? В желтый. Почему Саша в желтый? Потому что она круглая. Потому что это круглая игрушка. Да. Эта игрушка куда, Вова? Вова, куда? А почему Вова в зеленый? Потому что это звезда. Это звезда. Все звезды у нас идут в зеленый. Так, хорошо. Молодцы. Следующая игрушка. Красный. Почему Макар красный? И красный. Данил, куда мы ее определим? Как ты думаешь, куда? А почему сюда ты определил? Потому что это все круглые. Это круглые игрушки. Поэтому в какой круг? В желтый круг. Следующая игрушка. А вот теперь такая золотистая. Ну, Андрюша, как ты думаешь, куда? Этот шарик надо в желтый. В желтый? Почему? Потому что он круглый. Он круглый. А вот Алиса говорит, что надо в красный. Почему, Алиса? И в желтый, и красный. А почему, Алиса? Потому что он круглый и желтый. Он круглый и желтый. Круглые новогодние игрушки мы определяем в какой круг? Желтый. В желтый круг. А желтые игрушки в какой пойдут? Красный. Красный. Где же такое место нам найти? Посередине. Ну-ка. Алисе давайте дадим. Она желтая, но в форме звезды. Так. Надо ее из красного и зеленого. А есть у нас такое место? Она звезда, да еще и желтая. Где такое место есть? Вот здесь. Правильно? Да. Справился, Сережа? Молодец. Хорошо, следующая игрушка. Это какой шар? Красный. Желтый и шар. А теперь посмотрите. У него что нарисовано? Звездочки. Звездочки нарисованы на шаре. И он весь. И он еще весь круглый. И желтый. И желтый. И какая интересная игрушка. Круглый желтый шар со звездочками. Вова, как ты думаешь, куда мы его определим? Я думаю, что его нужно сюда. Ну-ка, попробуем, встанет туда, нет? Точно. А почему сюда? Потому что он со звездочками и круглый и желтый. Так, он со звездочками, значит, в какой круг должен пойти? Зеленый. Ну, Макар, он какой? Желтый. Значит, в какой круг? И красный. Красный. А еще он какой? Круглый. Круглый. Значит, в какой круг пойдет? В желтый. В желтый. Нашли такое место, что он и в желтый, и в красный, и в зеленый круг? Да. Есть такое место? Есть, нашли, конечно. Все три круга, да, соединились и туда поместили вот этот шар. Нарядили елочку? Да. Справились с заданием? Да. Елочка горит у нас. Готовы к Новому году. Году.